Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, в какие игры можно поиграть с собакой дома в праздничные дни. Новогодние праздники – прекрасная возможность сблизиться со своей собакой. Чтобы время с четвероногим другом прошло не только интересно, но и полезно, поиграйте с ним в различные игры. Причем для этого вам даже не обязательно выходить на улицу. Представляем вам 4 идеи для игр с собакой дома в праздничные дни. Поиск предмета – одна из самых забавных домашних игр с собакой. Покажите питомцу игрушку или кусочек еды, затем спрячьте предмет в укромное место. После дайте собаке команду «Ищи», пусть питомец найдет спрятанное. Похвалите любимца, когда он принесет вам предмет. Также можно на глазах у собаки открыть выдвижной ящик, положить туда игрушку, закрыть ящик, оставив небольшую щель, и предложить любимцу самому достать предмет. Используйте для игр с собакой обруч или палку. С помощью них попробуйте обучить животное прыжкам через препятствия. Сначала держите обруч или палку не сильно высоко. Нужно, чтобы любимец научился преодолевать минимальную высоту без травм. Постепенно увеличивайте высоту. Заставить собаку прыгнуть можно следующим способом. В одной руке держите обруч или палку, в другой – лакомство. Обучение простым командам может стать интересной игрой для животного. Научите собаку давать лапу, ползать, ловить еду в воздухе, кланяться и открывать дверь. Обязательно поощряйте питомца лакомством за освоенные трюки. Потанцуйте с вашей собакой, дайте возможность питомцу вдоволь попрыгать и подвигаться вместе с вами под музыку. Если вы владелец маленькой собаки, позвольте вашему животному забраться к вам на спину. Получайте удовольствие от музыки и общения с любимцем. Игры с хозяином очень важны для собаки. Они позволяют животному выплеснуть энергию, освоить новые навыки и интересно провести время со своим владельцем. Для человека такое забавное общение с любимцем также полезно. Оно позволяет снять стресс. Обязательно реализуйте одну из представленных идей для игр в эти новогодние праздники. Пусть первые дни Нового года станут для вашей собаки очень веселыми и запоминающимися. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!